стесняйтесь, заявляйте свои нужды перед Господом, перед Божьим народом, и мы все вместе единодушно помолимся. Есть какие-то нужды, дорогие? Саша? За брата Алексея. За брата Алексея, Саша. Исцеление Альбины. За исцеление нашей сестры Альбины. За здоровье дяди Вовы. За здоровье и за исцеление нашего брата Владимира. Аминь. За родных и близких. За Андрея, вот брат сидит, Андрей, пришел первый раз на служение у нас помолиться, Господь дал свободу ему и жизнь. Помолимся за вновь прибывшую душу. Андрей его зовут, он нуждается в помощи, он нуждается в исцелении души и сердца. Помолимся за него. Да-да. За мою сестру Инну. За сестру Инну, Настю. Она приходила пару раз, да? Да, вот она приходила. Аминь. Будем молиться, да. Еще, может, какие-то нужны? За духовный рост. За духовный рост. Ну и также, знаете, да? За предстоящий собор, у нас будет конференция проходить на Преображение в августе месяце, тоже сейчас там есть разные препятствия, разнообразные, вот, чтобы было собрание, православно-реформаторское такое собрание наших священнослужителей и гостей в августе. Да, помолимся за предстоящее богослужение, за вот эту конференцию, да, спасибо. Чтобы Господь благословил, чтобы на том месте прославилось имя Божие. Аминь. Молимся. И также, да, и также помолимся еще за очищение уст. Аминь. Аллилуйя, Иисус, слава Тебе, честь Тебе, вся хвала. Благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, которое Ты являл, Господь, к нам. Господь просит Тебя, благослови, Господь, каждого, кто сегодня здесь пребывал. Ты видишь, Господь, все наши нужды, желания, Господь. Все предаем в Твои любящие, заботливые руки, Господь. Благослови предстоящее служение, Господь, чтобы прославилось Твое святое имя на том месте, которое заявлял наш брат, Господь. Прошу Тебя, Отец Небесный, благослови, Господь, Сашиного брата Алексея, спаси эту душу, Господь. Я прошу Тебя, Господь, благослови эту вновь прибывшую душу сегодня сюда, Господь. Благослови, исцели, преобрази, Господь, во имя Иисуса Христа. Так же, Господь, Ты видишь наших родных и близких, которые не пришли еще к Тебе, не познали, Господь, Твою любовь, Отец Небесный. Спаси эти души, Господь, приведи их к себе, не дай им погибнуть, Господь, в обмане, во лжи дьявольской, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, то слово, Господь, которое было посеяно в нас сегодня, чтобы оно было живо и действенно, Господь. Освящай, очищай нас, Господь, чтобы из наших уст только выходило благословение, Господь, чтобы мы были светом и Твоим Христовым письмом читаемым. За все, Господь, благодарим Тебя, Господь, и воздаем Тебе всю славу и честь и хвалу, наш дорогой и любящий Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. И также еще